Здравствуйте, Андрей. Это видео про ваш объектив Гелиос 42 с установленным одуванчиком Лучникова. Вот он объектив, вот установленный чип-одуванчик. Тестовый снимок на открытой диафрагме я вам прислал. Очень аккуратно обращайтесь с объективом. Это кольцо фокусировки. Это два кольца диафрагмы. Верхняя предустановка и нижнее плавное закрытие. Вот смотрите. Это нижним кольцом. Это верхнее. Вот. Когда верхнее кольцо на открытой диафрагме на полтора, то нижнее кольцо зафиксировано. То есть, чтобы у вас полностью был весь диапазон диафрагм, можно работать верхним кольцом и совмещать две белых точки, чтобы получать правильные значения. А если вы снимаете видео, тогда ставите на 22, и это кольцо тогда работает плавно. Задняя крышка, передняя крышка и упаковка. Сейчас я это все упакую. Здесь паспорт. И отправлю вам. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.